не буду. Итак, дорогие друзья, для церемонии награждения, все, мы переходим уже непосредственно к пьедесталу. Пьедестал у нас начинается сегодня вот с четвертого места. И для церемонии награждения четвертого места фестиваля «Синий цыпленок 2019 на сцену приглашался член жюри Глеб Синьковский. Ваш аплодисмент. Добрый вечер. Здрасте. Прикольно, что Максим вышел, начал конкурсы проводить. Мало ведущих у нас здесь. Из Казани еще приезжают. Давай, давай. Ребята, классно, давайте поаплодируем командам. Было здорово. Очень мне нравится, когда напряженная борьба, непонятно до конца, кто, что, кого, как. Короче, было классно. Тут решилось, видимо, в последний момент, что нужно награждать не тройку призеров, а четверку. Ну, прям всех. Нормально. В общем, эта команда, ну, они хорошо шли, все классно было. Ну, до определенного момента в домашке. Поэтому, я не знаю, ну, диплома нет, это за третье место. Я предлагаю назвать это Кубком Мэра. Кубком Мэра. Кубок Мэра достается Институту механики машиностроения! За четвертое место команда получает сертификат на 8 тысяч рублей от организаторов фестиваля, два рюкзака от магазина... Сертификат на 1500 рублей от наших партнеров сети магазинов парфюмерии и косметики. Подарочный сертификат от любимой профсоюзной организации студентов. Сертификат на 2000 рублей от магазина. Сертификат на посещение всей команды в лазертаг. 10 сертификатов фитнес-центра. 5 сертификатов от автошколы. И пригласительные билеты на автопари у Большого Чикаго. Аплодисменты Института механики и машиностроения.